Работа спорту не помеха, а спорт для продуктивной работы, наоборот, бесценный помощник. Это уже второй год подряд на личном примере демонстрирует команда «Кстово Раннинг». Лукойл Нижегород, «Нефтьоргсинтез». «Кстово Раннинг» уже второй год становится абсолютным лидером в беговом онлайн-марафоне «Run Cup» среди команд компании «Лукойл». География челленджа обширная, от Калининграда до Узбекистана, но нижегородцы снова оказались впереди. Вы ставите перед собой хорошие планки, хорошие цели, вы добиваетесь успеха. Поздравляю вас с этим хорошим, удающимся успехом, это уже становится. Беговой клуб «Running Club» был основан в прошлом году. Сейчас в нем состоят более 300 сотрудников «Лукойла». Вообще, спорт для компании занимает одно из важнейших мест после, конечно же, работы. Спорт – это одно из главных направлений корпоративной политики компании в целом. И, соответственно, все те спортивные инициативы, все те соревнования, которые проходят в компании, они проходят под большим энтузиазмом именно сотрудников нашей компании. Но руководство, в том числе и спортивный клуб, всегда поддерживает данные инициативы. «Кстово Раннинг» – это ведущая команда, которая на протяжении 2 лет показывает очень высокие результаты. И так держать, ребята очень активно участвуют в данных челленджах. Повезло, что мы объединились в такую прекрасную команду. А уважаемому руководству хочется сказать спасибо от всей команды за то, что это организуется, за то, что у нас есть возможность проявить себя. Но блестящий результат показала не только команда. Все ее участники по итогам марафона вошли в топ-10 лучших бегунов. А всего в челлендже, к слову, участвовало 127 спортсменов. А Андрей Черкасов стал абсолютным лидером в личном зачете. Из 8 этапов он победил в 4. Я спортом занимаюсь уже с 20 лет, уже больше 35 лет. Поэтому уже, как говорится, вошло в ритм жизни. Прихожу после работы, просто переодеваюсь, иду в лес. Час времени всегда найдешь уделить себе, здоровью, бегу. Спорт – это движение, а движение, оно всегда помогает в работе и в организации. В марафоне Андрей принимает участие во второй раз и на этом останавливаться не планирует, как, впрочем, и другие спортсмены «Лукойл Нижегород Нефтьоргсинтез». Дарья Аксенова, Василий Лысков. Специально для программы «Регионы Лукойла».